Усім наші палкі і щирі вітання. Це ранок на Алтаві. Сьогодні, у п'ятницю, 10 липня, він у нас мистецький. Про вокал з викладачем вокалу ми вже поговорили. Тепер будемо говорити про танці з викладачами з танців. Так, до нас завітали керівники танцювальної школи, хореографи, постановники, ведучі всеукраїнських майстер-класів і тренери соціальних танців Олексій Орищенко та Валерія Бровко. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго утра. Доброго ранку. Ми раді вас вітати у нашій студії. Раді, що прийшли до нас. І зараз поділитися з нами своїми секретами успіху. Але перед цим... Так, як ви прокидаєтесь? Розкажіть нам, чи сніданки готуєте теж в ритмі танців? Ну, да. Точніше сказати, варимо кофе в ритмі танця. Як розпочинається ваш день успішний? Як налаштовуєтесь? З кофе. Да, но обязательно, когда просыпаемся, перед тем, как выпить кофе, это обязательно стакан чистой воды. Так. Обязательно. Говорят, что очень полезно для здоровья. Угу. Кофе, мы пьем только натуральный, нерастворимый. Вот. И, конечно же, вместе с кофе у нас включается сальса, потому что это самый энергичный танец. И все, и под этот ритм мы уже двигаемся. Кама надоем, делаем, да. Конечно, бодерить. Конечно. Делаем разминочку обязательно, какие-то простые движения, чтобы проснуться, растанцеваться. То есть сразу появляется настроение, состояние танца, и потом весь день. Ча-ча-раз, ча-ча-раз, да. И пішов. Розкажіть нам, будь ласка, з чого почалося ваше захоплення цим танцем? З дитинства. Танцами вообще з дитинства. З 5 лет. Ми займаємося танцями з 5 лет. І Валерія, і Олексій. Да, но не вместе начали заниматься. По 11, но з 5 лет. Потім зустріли один одного, так? А як же прийшли саме до тих танців, які називають соціальними? Як? Тому що ви починали не з цього. І взагалі, детальніше про соціальні танці, бо я, наприклад, не освічений цьому питанню. А ми поговоримо. Тут інтересний момент в тому, що фактично більшість преподавателів по соціальним танцям, як мінімум в Україні, вони всі начинали з каких-то других видів танців. Тобто, хто з бальних танців, хто з народних танців, потім всі приходять в соціальні танці. Чому? Как мы думаем, это из-за того, что в социальных танцах, во-первых, можно максимально раскрыться эмоционально. Да. Это очень важно, да? Потому что в других видах танцев там может быть немножко больше физической нагрузки идет. И за счет большой физической нагрузки, да, как бы танцы более приближенные уже к спорту. И очень сложно выражать какие-то эмоции, какое-то состояние танцев, потому что, ну, я как бывший бальник, да, вот. Для меня самое сложное было в бальных танцах, когда танцевали на конкурсе, там финал идет, 5 танцев подряд нужно танцевать латиноамериканских, и последний танец джайв, да, это вот наподобие рок-н-ролла, и уже сил нет, уже все, и я танцую, я уже устал, и мне тренер стоит, показывает, улыбайся, я уже, это уже из последних сил, вот. То, конечно, в социальных танцах намного проще. Это возможность расслабиться, да, то есть не можно просто потанцевать, не думать, да, о том, что тебе нужно там куда-то выкрутить бедро, там свернуть лопатку, либо еще что-то. То есть техника, она присутствует в социальных танцах, но не в таком объеме, вот как в других танцах. Поэтому можно немножко расслабиться и больше показать именно эмоции. И посмехаться от задоволения. Конечно. Да. А не тому, что тренер сказал. Да, 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 да. Но за исключением одного танца. Есть такой танец, реггетон называется, пуэрториканский. Да. Вот там расслабиться как бы не получается. Вот он физически очень сильный, он приближенный к хип-хопу, дансхолу, то есть он очень энергичный. Это то, что модные выполнявцы у себя на подтанцовках там берутся. Да, да, да. Мужних, да, таких, да, человек. Да, то есть преимущественно молодежь танцует танец, потому что он физически непростой. Вот. А все остальные танцы, сальса, бачата, зук, это все танцуется более легко. Можно действительно показать состояние танцев, можно почувствовать эмоционально партнера, партнершу, то есть друг друга. И социальные танцы — это общение в первую очередь. Общение, вот, развлечение, круг друзей. И кроме этого, это еще и танцы, это удовольствие. Ну вот это то, чего может не хватать вот в обычной жизни обычным людям, у которых рутина, работа, вот прийти, расслабиться, но и при этом научиться танцевать, поучаствовать в конкурсах, показать себя, особенно для тех людей, которые боятся переступить барьер там, сцены, для них это тяжело. Вот поэтому вот социальные танцы направлены на коммуникацию. Власне, тому они и называются социальными. Да, тому они и называются социальными. А еще они доступны. Доступні. У всіх відношеннях цього слова. Да, доступні. Це стосується і техніки, це стосується і якихось витрат.
Да, социальные танцы, если сравнить с большинством других стилей, наверное, самые дешевые по затратам финансовым, потому что участие в конкурсах, они не стоят столько, сколько стоит участие в тех же бальных танцах. И костюмы, все гораздо проще, дешевле и доступнее. Плюс доступнее в плане техники. И, соответственно, из-за этого доступнее в плане возраста. То есть, если, ну, есть люди, вот, которым, допустим, уже за 40, да, и у них вот порыв второй молодости начинается. Они вот думают, надо себе какое-то хобби. Они думают, вот куда пойти? Пойти бы, наверное, на танцы, но вот на бальные танцы вряд ли, на народные танцы после 40 лет тоже вряд ли, на балет уже все, уже давно поздно, вот, а на социальные танцы, пожалуйста. И у нас есть много примеров, когда у нас есть ученик, ему 53 года, и помимо того, что он танцует сальсу, бачату, он танцует реггетон. Так и складные. И при том танцует особо, то есть не уступая молодежи, да, то есть стоит он, рядом стоит, допустим, там студент, которому 18 лет, и валят они абсолютно одинаково, и так смотришь, думаешь, ничего себе. Вот, то есть и все. Причем есть... он ловит от этого вот такой кайф, кайф и удовольствие, и как по его словам, это очень полезно. Врачи сказали, это полезно для спины. Врачи порекомендовали, лекари порекомендовали. Поэтому, если врачи порекомендовали. Один на танцы. Да, то есть он... Реггетон. Да, да, нет, на самом деле, да, он когда пришел на тренировки по реггетону, он пришел не потому, что ему очень там нравился этот стиль, он его где-то видел там, а потому что ему врачи сказали идти на какие-то живенькие танцы, потому что у него немножко болела спина, да, врачи сказали, ну, надо пойти на какие-то более энергичные танцы. Начал ходить на реггетон, говорит, походил на реггетон, потанцевал, перестала болеть спина. Поэтому, поэтому абсолютно можно рекомендовать, да, если у вас болит спина, идите на реггетон. Тобто вікових обмежень немає. Ну, з 18 лет. Ну, в основном, в принципе, занимаются. Тільки починають, ну, з 18 років, так. Ну, смотря что, такие танцы, допустим, как сальса, реггетон, да, их можно начинать и раньше возраст, немножко, да? И в 10 лет, да, допустим, можно пробовать. Такие танцы, как, допустим, бачата, бразильский зук, они уже... Предпочают больше близкий физичный контакт. Они более близкие по контакту. И нисколько то, что они близкие по контакту, сколько то, что они... очень сложное в смысловом плане. Угу. То есть ребенок не сможет прочувствовать. Да. То есть там есть определенное состояние танца. Ну, если в сальсе можно включить эмоции, улыбку, и... да, потому что сальса это как в переводе переводится соус, да, вот, острый соус. Острый соус. Поэтому там эмоции, улыбка, и можно танцевать. А бачата там уже нужно прочувствовать. А улыбка еще сильнее. На вечеринках на ногу наступил, платочек с кармана протер. Танцуешь дальше. До речі, веселі випадки ж, мабуть, трапляються постійно у вас. Розкажіть про найяскравіше взагалі, про якісь кумедні ситуації. Ой, що у нас такое є? На тренировках или на вечеринках? Ну, на вечеринках, конечно. Самые смешные случаи – это когда партнер перестает контролировать вокруг себя ситуацию, ну и тогда происходят курьезные случаи. Это очень, конечно, плохо, поэтому партнерам надо контролировать. Когда он делает прогиб, партнерша наклон, вот, и не смотрит, грубо говоря, на других, ну, происходят стыковые ситуации. Да. Ну вот, и с одной стороны, некоторым смешно, некоторым больно. Но в конце концов это дает возможность потом исправляться. Это и смешно, и, конечно, курьезно, поэтому тут такая вот двоякая ситуация. Но обычно это весело. А когда люди боятся наблизиться один до одного, бывает такое? Вы говорите, ну, достань, ты ближе, что это за відстань у вас? Бывает, бывает. В эти моменты мы сразу вспоминаем наш любимый термин аура. У нас бывают моменты, особенно когда мы танцуем бачату, да, и когда вот только новенькие ребята приходят, они еще немножко скованы где-то в себе, немножко еще зажаты, да, и мы их начинаем раскрепощать. И, допустим, там становим в контакт и говорим, вот сейчас такое-то движение, то есть
по партнеры, вы должны приблизиться к партнершам, мы говорим, девочки, вот вы должны там поднять ручки наверх там и провести по голове партнера, положить на плечи. И у девочек это обычно выглядит так, что руки проходят на расстоянии 15 сантиметров от головы. От головы, да, от тела, от рук. Перестаньте гладить ауру партнера, проведите по голове. То есть точно так же, вот как есть женский стиль, да, когда Лера показывает для девочек какие-то вещи, когда нужно там ручками по телу провести. Вот тоже девочки, когда новенькие, они стесняются, они так, девочки, проведите по себе ручками, так раз, проведите. Не по ауре, по себе. То есть, да, вот есть у нас такое. Цікаво, цікаво. Тобто все одно потрібно розслабитися, віддатися почуттям, емоціям. Конечно. І отримати, да, від цього насолоду. Я так розумію, що танці, мабуть, одружують людей. Да, одружують. Да. На нашій практиці було вже доволі багато случаїв того, що ребята приходили по отдельності на тренировки. Потім появляется какая-то симпатия, они хотят того, становиться в пару, мы их становим в пару, да, то есть проходит время, вот, и потом женятся. И это было неоднократно, вот это было и в Киеве, и здесь, вот. Очень часто просто проявляется вот симпатия, но у нас очень часто мы путаемся иногда вот за сколько времени, потому что все, кто приходят на танцы, это люди довольно эмоциональные. То есть неэмоциональный человек, он танцевать не даже, сможет, наверное, не пойдет на танцы. Да. Да? То есть те, кто идут, это уже люди, которые как минимум эмоционально раскованы. Mm-hmm. А потом мы уже расковываем в каком-то физическом плане уже и в другом, да, немножко развиваем это все. Вот. То очень часто вот они настолько между собой хорошо дружат и общаются, да, у нас то есть ученики вообще приходят, говорят, а мы... Все, у нас мы были друзья там, теперь друзьях. У нас друзья. Что здесь. Нам делать теперь? Что делать? Вот. Вот. И очень часто, то есть, у них настолько симпатия между друг другом, там и дружеская, то есть, что мы иногда наблюдаем, мы не поймем, у кого дружеская симпатия, у кого не дружеская, симпатия. То есть настолько между собой дружат, и настолько вот эта вот атмосфера, то есть очень часто просто, допустим, приходят после работы на тренировку и говорят, боже, ну им. Есть люди, для которых не нужны конкурсы, они приходят на тренировку, они просто говорят, это как отдушина, я в эти полтора часа тренировки наконец-то могу не думать о работе, о бытовых проблемах каких-то. То есть для кого-то это спорт, для кого-то это участие в конкурсах, победы, для кого-то это выступление, да, кто-то любит выступать, кто-то любит просто танцевать для себя на тех же вечеринках, там, клубах. Ну, в основном для любит... людей, которым за 30, скажем так, за 35 лет, это возможность еще раз вкусить вкус жизни, скажем, такой, ну вот, почувствовать себя молодым, юным, попробовать себя в другой роли, попробовать себя в роли танцора на сцене большой. То есть пересилить себя или просто получить удовольствие, обрести новый круг друзей, обрести вот такую семью, с которой просто, ну, я скажу, с нами не скучно. Або всех старых друзей прихопить с собой. Очень часто уже, так и делают. Уже много так людей приводят своих друзей, потому что говорит, у нас нет времени общаться в реальной жизни, приходи, давай общаться все вместе, ну, с нами на танцах, потому что... Новые танцы. Да. То есть друзья начинают обижаться, что им не уделяют времени. Ну, хотите уделять время на тренировки. Все. Ви не тільки танцювальна пара, ви разом йдете по життю. От існують різні думки з цього приводу. Вам це допомагає, заважає? Нам допомагає. Ну, на самом деле, очень двойственный момент, потому что даже наши многие друзья и знакомые, они считают, что это не очень хорошо, потому что, да, потому что они говорят, что нужно отдыхать друг от друга, да, что если постоянно находиться вместе, это надоедание друг другу, да, плюс если есть совместная работа, то есть начинаются какие-то там споры, конфликты на почве работы, это переносится потом домой, то есть, ну, нет, вот такое вот. Мы 100% можем сказать, что это нет. Что касается того, что спорим и ссоримся, тут скажем «да». Ну, это творчество, больше творчества, скорее, что касается того, что это... бытовой жизни. Да, то есть без этого,
ну, я не знаю, эмоциональных людей, которые занимались бы искусством, там, музыкой, танцами, либо чем-то еще, и чтобы они там не спорили, не дискутировали, ну, я не знаю таких. Но мы считаем, что вот совместная деятельность – это вот первый путь к сближению. Потому что люди, в принципе, находятся вместе. Они знают свой круг друзей, они знают свои интересы. Вот они знают о друг друге все. Хуже, если ты не знаешь о человеке. Ты живешь с человеком, и ты не знаешь о нем ничего. Вот это вот проблема. То есть, да, вот как там встречаются там парень с девушкой, да, девушка пошла погулять свою компанию, там, парень пошел погулять свою компанию, скандалы. Там одни друзья, там другие друзья. А у нас все друзья общие, плюс совместная работа, вот школа, вообще танцы, да. Вот, совместный для отдых. Нас это определенная еще дополнительная ответственность, да, эта ответственность не сидит на ком-то одном, да, то есть на нас двоих, то есть помимо... воспитание учеников, то есть вот эта вот ответственность, она очень сильно помогает, потому что даже бывают моменты, когда мы где-то спорим, да, ну, для спорим учеников. Мы... Конструктивно. Да, для спорим учеников мы всегда мы в основном всегда о рабочих настроении. Моментах, о танцах, каких-то там взглядах, вот, но мы думаем, что если бы у нас не было, допустим, общих танцев, то если бы мы спорили, то это могло бы заканчиваться там, ушел, обиделся, пошел там куда-то погулял, потом пришел, да, вот как обычно у людей очень часто проходит, вот когда нету общего. То есть они не могут конструктивно вести диалог, потому что они плохо знают друг друга, потому что они мало общаются. А у нас в этом короче плане говоря, в итоге высказали друг нужно другу, и все хорошо. Иметь общие интересы, и чем их больше, тем лучше. Краще, все, да. Я образилась, пішла танцювати сальсу. Я з тобою. Да, да. Це найкращий варіант. Я пропоную нам потанцювати. Ви не заперечуєте? Ні, ми з удовольствием. Покажете нам кілька базових рухів для того, щоб ми могли один до одного наблизитися ще більше. Друзі, доброго ранку! Це «Ранок на Алтаві». На честь сьогоднішньої п'ятниці, мистецької п'ятниці, у нашій студії відбувається рух. Рух меблів і, власне, наш. Зараз тренери із соціальних танців Олексій Орищенко та Валерія Бровко дадуть нам майстер-клас. Ну що ж, хлопці та дівчата, вам слово. Начнемо сьогодні з такого танця, як сальса. Це самий основний танець соціальної латини. Он самый зажигательный, самый живенький, самый драйвовый, самый энергичный. Поэтому начнем сегодня с него. Да? Выучим самые основные базовые шаги, простенькие, нет, сложные. Что нужно знать о социальных танцах? Форма одежды для социальных танцев может быть абсолютно любая. Здесь не нужно специальных дорогих платьев, специальной обуви. То есть здесь мы танцуем в том, в чем нам удобно. Да? И самое главное, учитывая, что на улице лето и жарко, социальные латиноамериканские танцы – это единственные танцы, которые можно танцевать на пляже босиком, спокойно прийти, покупаться, включить музыку, потанцевать, что мы, в принципе, летом и делаем очень часто. Вот, поэтому можете с нами выучить шаги, пойти сегодня на речку после рабочего дня и потанцевать на пляже. Поехали. Чудово. Начнем так. С самых простых шагов. Самый простой шаг – это шаг, который называется basic. Самый простой. Угу. Да, то, что нужно запомнить в сальсе, то, что счет раз в сальсе у девочек идет с правой ножки, у мальчиков идет с левой ножки. Да? Basic идет вперед и назад. Таким образом. Раз, два, три. Назад 5, 6, 7. Да, вперед и назад ножки меняются. Еще разок. Раз, два, три, 5, 6, 7. Да. Очень важно, что счет 4 и счет 8 мы пропускаем, потому что на эти счета мы не делаем шагов. Поэтому мы, как бы, чтобы не мучать слух, да, то есть, чтобы не считать те счета, на которые мы не двигаемся, да, то есть мы просто их упускаем и считаем сальсу. Раз, два, три. 5, 6, 7, а 4, 8 просто делаем паузу. Зрозуміло. Да. Еще разок повторим. Basic и раз, два, три, 5, 6, 7, раз, два, три, 5, 6, 7. Отлично. Второй базовый шаг, это шаг, который называется sidestep. Танцуется он фактически точно так же, только в сторону. Да, у девочек обратно же с правой ножки вправо, у мальчиков с левой ножки влево. Поехали. Раз, два, приставка. 5, 6, приставка. Раз, два, три, 5, 6, 7,
Раз, два, три, флешмоб пять, пришел. Шесть, семь. Супер. Да, диваны уже начали танцевать. Вам не видно, а мы знаем. Дальше. Третий и самый основной шаг в сальсе – это кубинский шаг. Ну, наверное, самый сложный из простых шагов. Танцуется таким образом. Шаг, накрест, два, три. Носок и обратно. Пять, шесть, семь, носок. Раз, два, три, носок. Пять, шесть, семь, носок. Вот. А главное образом. С душею. Да, самое главное – это эмоции. И последнее движение, самое популярное в сальсе, самое простенькое, поэтому самое любимое для всех – это мамба. Да, точно так же девочки с правой ножки, мальчики с левой ножки. Таким образом, носочек выставляем раз, приставка два, раз и два. Раз, два, три. А так я щодня так роблю? Пять, шесть, семь. И навіть не знала, що це сальс. Почти походка, да, да. Отлично. А теперь давайте повторим все это вместе. Вот это, в принципе, все базовые шаги, на которых танцуется сальса, да? К ним добавляются ручки, партнеры становятся в пару и кружат, танцуются. Повторим. Basic. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Сайдстеп в сторону. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Задачи повторюйте з нами. Кубинский шаг. Раз, два, три. И пять, шесть, семь. И раз, два, три. И пять, шесть, семь. И последний шаг. Мамба. Раз, два, три. И пять, шесть, семь. И раз, два, три. И пять, шесть, семь и. Супер! Вот это и есть наши простые базовые шаги сальсы, которые можно тренировать, пробовать танцевать их утром, что мы с Лерой делаем каждое утро вместе с кофе, танцуем эти базовые шаги, поэтому присоединяйтесь к нам мы и танцуйте. Мы теперь начнем обовязково, Наталю, так? Так, серед усіх інших способів, які допомагають нам зранку зарядитися гарним настроєм, ще будемо обов'язково використовувати сальсу. Ми дякуємо за те, що ви до нас прийшли. І я думаю, що надихнули наших глядачів на те, щоб також почати займатися соціальними танцями, насамперед, тому що це танці для душі, тому що це весело і дарує позитивні емоції. Да, спасибо большое. Все, дякуємо вам. И желаем нашим друзьям, все, кто нас смотрят, танцуйте. Танцы – это эмоции, это спорт, это здоровье, это хорошее настроение.